Не надо, понимаешь? Давай, давай, ну помешай! Ты сюда, уходи, Игорь, голова! Еще раз! И на себя потяни игру немного! Встречай игрока! Ну! Вот ты с ним, сел на него! И это только эмоции на сибирском этапе соревнований. На Барнаульском поле встретились 15 команд из 8 регионов России, которые прошли отбор у себя дома. Алтайский край в младшей группе представляет команда Бийского интерната номер 3 в старшие игроки Каменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Мы здесь, они в центре внимания, им очень нравится, они играют в футбол, а футбол это все-таки спорт номер один, поэтому... К тому же они могут выиграть в ту же поездку в Сочи, посмотреть, наверное, они все, ну, в данном возрасте они могут, в этом жизни они смогут съездить, но пока для них это шанс выбиться вперед, и, возможно, кто-то и футбольную карьеру сможет даже продолжить, если здесь засветится. Счет 1-0. Еще до начала финальной игры на поле определились два фаворита – кемеровчане и красноярцы. Алтайским командам в этот раз не повезло. Победу одержала красноярская команда «Тотем». Она же представит Сибирь на третьем этапе соревнований в Сочи в двух возрастных категориях. Были эмоции вообще, когда мы проигрывали и как-то старались отыграться. Меня просто бомбило. Настоящая мужская борьба, страсти на поле и даже слезы стоили того, чтобы теперь отправиться в Сочи на финальный турнир, где и будет разыгран кубок «Будущее зависит от тебя». Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.